Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Атмосферные процессы быстро перестраиваются, и солнечный казахстанский антициклон уже становится южносибирским на стыке мощных волн тепла из Казахстана на север и холода от полярных районов на юго-восток к Байкалу. А теперь более подробный прогноз. Во вторник, 26 марта, в Новосибирске небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура составит минус 3-5 градусов, днем от 0 до плюс 2. А теперь прогноз на последующие двое суток. 27 марта погода без осадков. Ночью минус 2-4, в дневное время воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. 28-го ночью небольшой мокрый снег и около 0. Днем уже без осадков и столбик термометра покажет 4-6 градусов выше 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом все. Желаю удачного дня!